Тем временем в области Абая продолжает поступать гуманитарная помощь со всех регионов. Десятки тонн отправили члены партии «Аманат». Необходимые вещи и продукты получат местные жители, пострадавшие от огня, и спасатели, которые день и ночь борются с огнем. Подробности в материале моих коллег. Продукты питания, вода, сухие пайки, медикаменты. Павлодарский филиал партии «Аманат» уже отправил в область Абай 40 тонн груза. В социальных посылках все, в чем сейчас нуждаются терпящие бедствия земляки. К доброму делу по сбору помощи подключились партийцы и молодые активисты Жастар Рухы. Мы все поддерживаем наших соотечественников, тоже хотим пожелать им всем самое главное – возвращение домой, чтобы быстрее пожары эти завершились, утихли. Пункт по сбору гуманитарной помощи в Караганде открылся при областном филиале партии «Аманат». Работает каждый день без выходных. Как только сообщения об этом появились в социальных сетях, партийцы и простые горожане стали приносить необходимые вещи. Волонтеры и консультанты отмечают, сейчас остро нужны предметы личной гигиены, спреи от насекомых, маски, носки больших размеров, ветошь и продукты питания. Все это нужно для огнеборцев, которые шестые сутки, день и ночь тушат пожар. Первую партию отправят уже в пятницу. Мы на постоянной связи находимся с людьми, которые находятся в области Абай, непосредственно на месте происшествия. Постоянно у них узнаем, какая им необходима помощь, какие им необходимы товары. И вот согласно их запросам мы собираем и отправляем. Гуманитарные посылки из Усть-Каменогорска волонтеры партии «Аманат» отвезут нуждающимся лично. Как говорят ребята, они готовы помочь в любом вопросе непосредственно на месте. Сейчас каждый человек на счету. Караван с необходимым грузом отправился в область Абай сегодня. Везут респираторы и средства защиты, одноразовую посуду, воду, мази от ожогов, бинты и многое другое. Большинство составляющих удалось купить на средства от собранных однодневных заработков сотрудников областных предприятий. Очень много, нереально много людей. Все писали, кидали деньги, скидывали самые разные суммы. Написала девочка, я выложил историю о том, что нужны деньги, о том, что нужны люди. Девочка через минут 10, наверное, она скинула мне 10 тысяч, и после нее посыпалось очень много денег. Из Костанаи сегодня отправили 20 тонн гуманитарной помощи. Это мука, макаронные изделия, продукты питания, средства гигиены и одежда. Жители этой области не понаслышке знают, что такое лесные пожары. В сентябре прошлого года людям тоже помогали всем Казахстанам. И костанайцы теперь отвечают тем же. Трагические события, случившиеся в Абайской области, не оставили равнодушными ни одного из наших костанайцев. Мы, как никто другой, понимаем сложность сложившейся ситуации. Члены партии «Аманат», руководители крупных предприятий, жители наших городов и районов с первых минут случившейся трагедии проявили свое желание оказать гуманитарную помощь. Филиалы партии «Аманат» во всех областях Казахстана подключились к акции. Гуманитарную помощь будут собирать до тех пор, пока в ней будут нуждаться пожарные и местные жители. Марина Иниватова, Раиса Маргунова, Ирина Якунина, Анна Рахманова, Астана Таймс.